Конечно, в общем, было жутко. Что, соберем это все, да? Да, давай, давай. Еще пока. Так, это сюда, а вот это сюда. Ага. Надо же разбас. Дерево, машинка. Здесь все стандартно. Давай, не шуми. Итак, вы нам врете. Стандартного Fender Jazz Bass 20 ладов. Ну, дело в том, что это American Deluxe. Просто он мной доведен до состояния стандартного. То есть из него вынута вся активная начинка. Надо было еще и лады, два лада выковырить тогда. Нет, я не стал, я в этой части не силен, поэтому не стал. Чтоб стандартно. Оставил под себя. То есть ты считаешь, что эволюция это зло? Да, эволюция в каком-то месте для меня должна была остановиться. Классические для басовой звуки. Этот крякающий, да, Пасториус? А струнки какие? А струны старые. Да, Дин Маркли, наверное, скорее всего. Анкер покрутить это в любое время. Накручивает тебя по своему вкусу или от завода изготовителя по вот этой шине? Нет, все, я обычно все делаю на глазок, так вот. Примерно покрутил, а устраивает. Играю до тех пор, пока там что-то там лунные фазы не переменятся или что-то там такое происходит в природе, из-за чего гриф гнутся. Чистите гриф, чем чистите, какие полироли используете? Какие-то свои гитаристские загоны. Обычно все протирается тряпочкой.